Здравствуйте, меня зовут Алена Владимировна, и я учитель русского языка в школе Мудафен. Что вы любите делать в свободное время? Наша тема – хобби. Слушать музыку. Слушать музыку. Петь песни. Играть на гитаре. Играть на гитаре. Читать книги. Читать книги. Танцевать. Танцевать. Рисовать. Рисовать. Раскрашивать. Раскрашивать. Кататься на велосипеде. Кататься на велосипеде. Смотреть телевизор. Смотреть телевизор. Повторим еще раз. Слушать музыку. Петь песни. Играть на гитаре. Танцевать. Рисовать. Раскрашивать. Кататься на велосипеде. Смотреть телевизор. А теперь скажите, что вы любите делать в свободное время? Я люблю слушать музыку. Я люблю петь песни. Я люблю играть на гитаре. Я люблю танцевать. Я люблю рисовать. Я люблю раскрашивать. Я люблю кататься на велосипеде. Я люблю смотреть телевизор. Что вы любите делать в свободное время? Я люблю слушать музыку, рисовать, петь песни и смотреть телевизор. А что любите делать вы в свободное время? Играть на гитаре? Кататься на велосипеде? Рисовать? Может быть, петь песни? Или танцевать? Может, читать книги? Смотреть телевизор? Раскрашивать?
или слушать музыку. А теперь пришло время прощаться. До свидания. Пока-пока.